Дорогие друзья, походу у нас будет Спанч Боб в КДТ. Всем кус, с вами Айрон, и в сегодняшнем видеоролике мы будем играть в игру под названием Roblox Reincarnation Tycoon в Роблоксе. И в сегодняшнем видеоролике мы будем смотреть на новый слив, получается, от Роблокса. Давно мечтал купить робоксы по самой дешевой цене? Тогда тебе точно на RPXL. Здесь вы можете купить робоксы по самому выгодному курсу, не беспокоясь за безопасность своего аккаунта. На сайте робоксов всегда есть наличие, а для желающих получить их совершенно бесплатно сейчас действует акция. Делись своим промокодом с друзьями, выполняй простые задания и получай за это все робоксы. Вступай на дискорд-сервис с регулярными розыгрышами, группу ВК с масштабным розыгрышем на стене и тысячи отзывов от реальных покупателей. Все это только на RPXL. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Ну, я не знаю даже, как это объяснить, просто видите на своем экране новое, получается, я не знаю даже, как это назвать, в общем-то, это было в твиттере Роблокса. Смотрите, это новый ивент со Спанч Бобом, получается, в таких вот режимах будет этот ивент, и вот, если вы видите, у нас есть там присутствует КДТ. То есть КДТ будет походу участвовать в новом ивенте от Roblox вместе со Спанч Бобом. Так, вы сейчас видите еще один скриншотик. Получается, это у нас новые UGC вещи. Если так подумать, если так посмотреть, дорогие друзья, машина Спанч Боба, вот этот корабль, скорее всего, может быть, это будет наша UGC вещь в КДТ. Может что-нибудь другое, но скорее всего, вот это вот будет у нас UGC вещь. Скорее всего, на этих выходных и выйдет вот это вот наше обновление и ивент со Спанч Бобом. Также игроки нашли вот такой вот скриншот. Вы честно на своем экране. Это у нас получается бейдж с SB event. То есть даже никто реально не догадался, что это за ивент. Но как я понимаю, это Спанч Боб ивент. В общем-то, это скорее всего подтверждение того, что у нас будет ивент со Спанч Бобом. Ну что, дорогие друзья, все, получается, ждем субботы, скорее всего, в субботу будет этот ивент. Ну а всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, с вами был Айрон, всегда всем пока-пока и до скорых встреч.